like a wrecking ball, we can break them all to a higher ground. We will not be found. We can win the game. We can go insane like a shooting star. Don't you want like a wrecking ball, we can break them all to a higher ground. We will not be found. We can win the game. We can go insane. Всем привет! С вами, как всегда, я, Ксюша. И сегодня в этом видео я покажу вам, как сделать несколько обложек на тетради. Сегодня я провожу конкурс. Будет 3 победителя, и я вручу им вот такие вот 3 раскраски антистресс. Про условия конкурса я расскажу в конце видео. Для всех 3 тетрадей я использую декоративную пенку. Для первой тетради я вырезала прямоугольник из декоративной пенки размером с тетрадь. Приклеиваем с помощью горячего клея. Like a wrecking ball, we can break them all to a higher ground. We will not be... Делаем небольшие разрезы напротив пружинки. Легким надавливанием заправляем декоративную пенку за пружинку. Из самоклеящей бумаги я вырезала кленовый лист, шаблон, который нашла в интернете, и приклеила на обложку. Теперь нам понадобятся краски. Я взяла акриловые, но можно использовать и куашь. Закрашиваем сначала заднюю обложку тетради, а затем лицевую обложку. Убираем самоклеющуюся бумагу, и наша тетрадь готова. Для второй тетради я использую декоративную пенку 3 цветов. Аккуратно прижимая друг к другу, приклеиваем декоративную пенку на тетрадь. С пружинкой поступаем так же, как и с первой тетрадью. Каждый цвет приклеиваем разные листочки. Я их нарисовала сама, но можно шаблон найти и в интернете. Там их очень много. Я решила эту тетрадь сделать светлой, но можно взять любой цвет на ваш вкус. Don't you wanna
Стыки я решила закрыть ажурной тесьмой. Убираем самоклеющиеся листочки, и наша тетрадь готова. На третьей тетради я решила сделать рябинку, которая как раз поспевает к осени. Ягодки вырезала также из самоклеющейся бумаги и приклеила на заранее обклеенную декоративной пенкой тетрадь. Фон тетради вы также можете сделать любой, я решила сделать голубой. Ягодки готовы, и теперь черным линером дорисовываем веточки. Осталось приклеить листочки, и наша тетрадь готова. Вот такие вот замечательные раскраски, вы должны быть первое, подписчиком моего канала. Второе, вы должны поставить лайк этому видео. Третье, вы должны написать в комментариях, какое время года вам нравится больше всего. Четвертое, вы должны быть подписчиком группы ВКонтакте. И пятое, вы должны сделать репост своей записи на свою стену в группе ВКонтакте. Итоги конкурса я выложу 24 сентября. Не забудьте подписаться на мой канал, ставьте пальчики вверх и пишите комментарии. С вами была Ксюша, всем пока-пока!